Как работают организации микрозаймов в округе? Обсудить эту тему собрались участники рабочей группы «За честную экономику». Уполномоченный по правам предпринимателей представил данные по деятельности таких организаций. Рабочая группа – одно из направлений в деятельности Общероссийского народного фронта. Чтобы определить законность работы кредитных организаций, был проведен мониторинг. На территории города сегодня открыто 7 офисов различных фирм. Зарегистрирована в округе только одна из них, остальные – на территории других регионов. Кредитные специалисты зачастую нарушают права клиентов. Например, не оговаривают полную стоимость займа, отказываются предоставлять условия договора на предварительной консультации. Тем не менее, услуга быстрых денег востребована населением, и они готовы платить большие проценты. Полная стоимость займа в отдельных случаях может превышать ставку в 1000% годовых. Поэтому, естественно, и население должно понимать, что бесплатный сыр, он бывает только в мышеловке. То есть получение быстрых, коротких вот таких денег на какие-то такие неотложные нужды, оно чревато, ну, значительно серьезным бременем, финансовым временем для вот этого заемщика.